Так, это у нас нововведение, я типа влог буду снимать. Вон там... Не снимай! Мы как раз с Кеном сегодня обсуждали, побыстрее бы нас начал кто-то снимать, так классно. А мы так хотим, чтобы нас снимали просто. У тебя айфон недостаточно хорош для съемок. Хороший айфон очень. А, можно? Это ж ты мне его зачем? Давно, короче, Диманчик два дня снимает, мы три улетаем. Скоро влог из аэропорта будет. Сейчас Дима снимает команду номер один. Еще, блядь, обнимается. Ты смотри, что делаешь. Ладно, какие ваши впечатления пока что от Бельгии? 3-0. 0-3 улетим. Ставьте на онлайн. Ставьте на онлайн. Записывайтесь в Forza School. Я просто ушел из школы, чтобы поступить в Forza School, и сейчас я там, где я есть. Серьезно? Потому что Forza School — это хорошая тема. Всем свои совет. Деньги — это просто... И когда-то вы сможете заменить меня в основном составе Forza. Что ты хочешь слышать? А что ты можешь сказать? Ой, на видео такую стесняшку! Ну какие в жизни такие на видео? А Саня? Сань, ты такой? Ты на видео другой человек или нет? Да, это фотка другой. Типа милый, добрый, обрежден, злой. Да. Он ваш мид постоянно. Мне кажется, они специально тебя троллят, не? Да. Похож на людей, которые когда-то троллят. Саня вот специально молчит, и все потом посмотрят и скажут: он молчит, он такой стесняшка, милашка, а эти два... Охуенно, додики. Не, ну вы уже не скрываете. Слышь, оскорбляю, додики говорить. Это на камеру запечатлено. А вот так потом накидываю флешки, промажу специально. Потом говорит: Джек, попрыгай для меня, я тебя забачу, ладно. Джек, сыграй стеклом, дай калаш. Как-то у нас влог отличается от других команд. У нас просто полный. Че скажешь? Я тебе клоун или что? Ну что, Ренегейдс выиграем, а дальше 3 сосем, блядь, на учение. Смотрите на лицо человека, которому озвучили, что ему штраф сколько? 5000. Полляма. Полляма. В смысле, говори реальные цифры. А что ты хочешь, чтобы я вырубил камеру, и ты сказал: блядь, Диман, ну не штрафуй, типа? Ладно, получил он штраф или нет, узнаете в следующем влоге. Пишите в комментариях, получил ли он 10. Следующее, фаз диагональный хлебая скала, если что, завтра можешь подсказать, типа, ну, аккуратно скала. И третья хуета, это вот шалф в тебе важный, пацаны, на. Если машина обычно летит вверху, через окно. Да. И если летит машина с руки, да. И есть вроде губка и мейн, зачем пробовать кишку? Понятно. Я не видел ни одной другой вариации, да. Чтобы он пробовал кишку. Так и есть. Да у меня рука болит так вот ходить, держать. Снимай почаще, на камеру ты видишь нормально, а не камера куча сразу твари, работайте, играйте. Это фейк, он специально меня пытается выставить. Самый серьезный человек в команде, нахуй. Записывайте видео на личные. Да, записывайте видео на личные. Чего, Саня? Опа. Смотрите, кого нашли. Это видеоблог. Вот, смотрите, какая у нас команда. Они ходят вверх ногами, блядь, поэтому давайте покажем им Кускину мать. Кто мы? Форс! Кто мы? Форс! Кто мы? Кто мы? Кто мы? Форс! Форс! Форс!
Ну что, чемпионы, бля. Последний раунд гравью разъебал. Я вам сейчас такой бах расскажу жесткий. Работать надо. Красава. Слабо играем. Будем, значит, играть сильнее. Ну да, я говорю, надо чуть-чуть. С победой. По игре пару слов туда-сюда. Ну, другой регион. Чуть послабее, наверное, не хватает праков, наверное, с хорошими командами постоянно. У нас индивидуалка повыше, подготовка за КТ хорошо сработала. За атаку позволили себе чуть-чуть фривольной игры, отдали больше раундов, чем должны были. Вот, будем разбираться. Ну, в целом, ок, правильно? Да, хорошо. Победа не пахнет, как говорится. Слабенько играем. Слабенько? Ну, давай твой комментарий тогда еще. Ну... У нас были ожидания, что мы всегда. А у нас просто были ожидания, когда счет был 15-3, мы форс взяли тяжелый, что мы выиграем. А в итоге получилось так, что у нас немножко у одного игрока микрофон слабенько засчитало, так сказать, voice activation, важный момент. Какой-то звук вакуум. Инфа не дошла. Не дошла важная инфа, из-за этого отдали 9, должны были 16-3 закрыть. Вот. Там комментаторы говорят, что Зорты походу или рофлит, или у него мисбай в четвертом раунде. Я не рофлю. Так, это видеоблог. Едем на вторую игру. Саня, спит? Я спит. Все просто ждут миллионеров. Проебали, получается. Я не имею никакого отношения к этим репликам. Ебать, он и сам нажал. Пиздец, бумаги. Что ты хочешь? У нас, если что, если вы в минус играете, вас бьют. Только меня избили за то, что минус против Ренегейс отыграл, блин. Все, блядь, у нас уже новый менеджер. Воду принесли, нормальный менеджер. Бери, нахуй. Нахуй. Бери, блядь. Я не буду. Вот смотрите, принимать. Люди, блядь, с какими приходится работать. Какими? Ты им душу. Ты так не говори, позорище. Also, you guys are fire series. Yeah, to be team. Are you team B? We gonna be team B. Let's play with team B. Come on, let's go. Здесь хотели нас два на пиками инферно проебали. Ну что, 2-0. Я, как всегда, последний. Это... Проперся и уже на интервью беру. Это папа Норви, который обещал 30-ку дать. Дай 5. Умница, Жек. You know his name? Папа Норви. Папа Норви. Correct. Yes, it's correct. Саня, ну папа Норви, короче, не обманул, да, с энергетиком? Папа Норви не пиздит никогда. Ну да, согласен. Диман, казалось, что сложнее, давай. Ну, сразу такая вязкая была игра. Мы просто на их уровень опустились, то, о чем я предупреждал. Нельзя так делать. Я вот спускаюсь с МП-9 в ручей, вот против эко, блядь. Ну все, ну а я максимум один должен умереть. А у меня минус 3 нахуй за 2 секунды. Я иду банан, мне говорят, я просто 2 в 3 ретейк, я фу нахуй стою.
вот за это мороженое готов 30-ку бить, если я тебе его покупаю? Завтра против Виталий тебе 30-ку на одной карте. Делаешь? Бесплатно мне покупать? Я тебе покупаю, да, за свой счет. Ну, похуй, Жек, ты же, блядь. Если Жек? Нет, то ты мне отдаешь бабки x2. Жек, кто ты нам? Типа, если я 30 не бью? Да. А если я стараться буду? Тогда это за мой счет. 30-ка за бутри, да? Ты чё, охерел, бля? 30-ку за бутри, бля. Ебал, понимаешь, чё просто вот так, просто не ебал. Саня, видео, есть один вопрос от наших подписчиков. Короче, всем подписчикам менеджер нашего состава говорит, что тут звери приехали в Бельгию. Как ты выдерживаешь, блядь, это давление, вот эти вот, смотри, с обезьяной. Чё скажешь по этому поводу? Мне кажется, Диман, мы мажору выиграем. Я не знаю как. Мы выиграем. Каким-то чем мажор выиграем. Да. Я тебе говорю. Мы пройдем, ну, через финал мажор. Прикиньте. Ой, смотри. Это про меня или про Жеку? Че ты? Мы в четверть финал мажор. День был прекрасен. 2-0. Всем спасибо. Увидимся завтра в игре против Виталити.